Чернёв Саша, 8 лет. Конкурс «Дети читают стихи». Мой любимый поэт Сергей Михалков. Стихотворение 36,5. У меня опять 36,5. Озабоченный и хмуро, я на градусницу. Где моя температура? Почему я не горю? Почему я не больной? Я здоровый. Что со мной? У меня опять 36,5. Живот потрогал, не болит. Чихаю, не чихается. И кашля нет. И общий вид такой, как полагается. И завтра ровно к 9 придется в школу мне идти. И до обеда там сидеть, читать, писать. И даже петь. И у доски стоять, молчать. Не знаю, что же отвечать. У меня опять 36,5. Я быстро градусник беру, и между ладоней долго тру, а на него дышу, и про себя прошу, родная, миленькая ртуть, ну поднимись еще чуть-чуть, ну поднимись хоть не совсем, остановись на 37, прекрасно, 37,2, уже кружится голова, плавают щеки от стыда. Нездоровый мальчик, да. Я опять лежу в постели, не велели мне вставать. А у меня на самом деле 36,5. Спасибо за внимание.